Самаре продолжают действовать меры, направленные на снижение распространения коронавируса. С 18 октября все 84 фитнес-клуба в 9 районах города принимают посетителей только по QR-коду сертификата о вакцинации или при предъявлении справки о перенесенном заболевании. У нас с нашими фитнес-центрами организована группа, общий чат, где мы все вместе обсуждаем все возникающие вопросы. К сожалению, у ковида у него совершенно другие правила, другие понятия. Поэтому я как спортсмен тоже переболел ковидом, и все мои ежедневные занятия спортом меня от этого не уберегли. Поэтому необходимо прививаться. Со стороны города мы обязательно продолжим мониторить, как выполняются рекомендации и те меры, которые были приняты решением оперштаба, как областного, так и городского. На практике все происходит просто и быстро. Чтобы попасть на занятие, достаточно предъявить QR-код на телефоне. Весь процесс занимает не больше минуты. В целом у нас практически все привиты и так были, поэтому особо никаких хлопот это нам не принесло. Люди занимаются у нас по социальной разметке. Тренеры следят за ними, дабы не было каких-то столкновений. У нас нет полной заполняемости, у нас все соответствует норме. Посещение с использованием QR-кодов распространяется также на бассейны, любые спортивные клубы и залы, театрально-концертные и цирковые организации, культурно-досуговые учреждения. Ольга Хамракулова, Григорий Плешаков. События.